Друзья, всем привет! Сегодня тема нашего видео актуальная, горящая, по поводу открытия границ Евросоюза. В настоящее время в Евросоюз можно въехать через ПТО Варшавский мост в Бресте, но для этого у вас должен быть статус как минимум ВНЖ или рабочая виза категории D, также наличие родственников в Польше. Если этого нет, то ждем 3 мая. С 3 мая границы в Польше официально открываются для всех. Кроме того, из Минска 26 числа, то есть буквально через несколько дней, открывается авиаперелет авиакомпании Белавия в Австрию, в Вену, ну и дальше уже в других стран Евросоюза. То есть из Беларуси можно будет спокойно перемещаться. Это к вопросу о том, как въехать, если даже у вас есть рабочая виза или у вас ее нет. Что касается Ужонта, Ужонты также открываются с мая. Информация официальная. У нас есть представитель Вадим, который находится прямо в Бресте, на границе Беларусь-Польша. И сегодня я также общался с Дарьюшем, это руководитель юридической компании в Варшаве. Он мне помогает с документами, курирует наших партнеров. Ужонты откроются также с мая месяца, и мы сможем спокойно подавать документы на воеводские приглашения. Ребята, которые сейчас ждут воеводские приглашения, немножко времени, как только все откроется, вы их получите и сможете спокойно уже ехать в Польшу на заработки. Что касается других стран, сегодня я также сделаю обзор, он появится через 2-3 дня по Чехии, по Австрии, Германии, Швеция, кстати, открыта, в Швецию также можно въезжать со статусом ВНЖ, Норвегия, Дания и так далее. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, всем удачи, ждем открытия границ. Пока!